А, ну вот он этот скиллбокс, ебаный, и чё, блядь. А кто ведущий? Бля, давайте купим! Это не реклама, чтобы вы знали. Бля, я хочу это купить и все, что там написано, блядь. Я, блядь, как купить курс именно? Вот эту хуйню, которая мне написана. 22 тематических модуля мне надо, блядь. Блядь, получить программу, сука, по номеру телефона. Это же вообще бред какой-то. Так я понимаю, что меня никто учить не будет. А как это нельзя показывать? Где написано, блядь? Ебать тут ведущих, нахуй. Дмитрий Рекрент, блядь. Так, ну это я еще могу понимать. Вот это. Вот это. Вот это. Вот этот чел еще может что-то научить. Вот это может научить. Вот это может получить. А этот эксперт поможет вам что сделать? Посмотреть, извините, при всем никакого хейта. Наверное, блядь, этот эксперт научит вас смотреть South Park или что, блядь? Так, этот, наверное, тоже научит, блядь, играть, разъебывать. Хорошо. Актер, блядь, я хуй знает, блядь. Анастасия, Великобритания. Актриса, режиссер театра, мастерская Брусникина. Че? Да иди ты на... Блять, что ты мне даешь, блять, своим номером телефона? Иди на... Я, блядь, оставил, мне нихуя не прислали. Мне даже не напомнили, блядь, когда мне проснуться, чтобы вы знали. Вообще ноль сообщений, блядь. Я хочу купить, как? Меня сейчас в черный список занесут, это я вам сразу говорю. Хочу, блядь, курс получить. Я хочу купить курс, блядь. Денег сколько вот стоит, блядь. А как же про корейку то глянуть? Паров лишь реально. Блядь, пиздец. Это я. Ну, сука, со всех соцсетей хорошего своих писать, это, конечно, вообще гениально. Еще, блядь, нету переписки с анонимом. Да это не нативка, бля, мне похуй на этот. Я хочу получить программу, блядь. Ну как купить? Обработку пересправилами платформы. Конченый пользователь. А, конечный. Где написано, нельзя показывать. Блять, что-то впадло. Если кто найдет, блять, скиньте, пожалуйста. Что-то впадло, блять, не там разбираться, блять, хуй.